Уважаемые коллеги, дорогие друзья, подходит к концу нелегкий 2021 год. Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на все аспекты нашей жизни и профессиональной деятельности. Но несмотря на все трудности, Санкт-Петербургское радиологическое общество продолжает развиваться и организовывать для вас новые активности. Сейчас общество состоит из более чем 2700 членов не только Санкт-Петербурга, но и других регионов страны и зарубежья. Особой популярностью пользуется сайт общества, на котором проводятся наши вебинары. На наш канал в YouTube подписаны более 9000 зрителей. Наше общество одним из первых начало проводить образовательные программы, аккредитованные системой НО. С 2017 года было выдано более 300 тысяч баллов. В новом году мы не только продолжим развивать эти направления, но и готовим для вас несколько сюрпризов. От лица Президиума общества я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю здоровья, стойкого коронавирусного иммунитета и совместной плодотворной работы. Ключевым событием следующего 2022 года будет Невский радиологический форум с особенным числом 13. Кого это когда-то пугало? Я думаю, что будет много интересных встреч и действительно интересных сюрпризов. Девизом форума является «Позвольте мечтам сбываться». Почему мы так думаем? Ну, в канун Нового года это вообще всем понятно. Но и основная мысль, основная идея, которая будет присутствовать на нашем Невском радиологическом форуме, это, конечно, то, что все мы родом из детства. Мы помним своих учителей, мы помним свою радиологическую молодость. Мы хотим поделиться своими знаниями с молодыми подрастающими врачами-рентгенологами, на сегодняшний день, может быть, даже еще аспирантами и ординаторами, за которыми будущее наше лучше. Диагностики. Приезжайте к нам на Невский радиологический форум и ищите всю информацию на сайте нашего Санкт-Петербургского радиологического общества. Надеюсь, в следующем году нас будет намного больше. От лица Президиума общества поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем здоровья, стойкого коронавирусного иммунитета и совместной плодотворной работы. Ура! Ура!